Дверь это была не обуз, это, блядь, это просто, это было гениально, вы просто вдумайтесь. Блядь, как можно было догадаться поставить руну, чтобы она взорвалась, пробудила драугров, и драугров телепортировать через пирата, скелета, за дверь, чтобы они не мешали, потому что один на один файт честный. Вы просто вдумайтесь, просто нереально. Да никто, блядь, такого не додумывался просто. Фу. Короче, офу нахуй, пошел спать.